Всем привет, дорогие друзья, мои прекрасные котейки, с вами Юмилия. Сегодня я бы хотела попробовать выполнить «Попробуй не залипни» челлендж. А смотреть сейчас мы будем познавательное видео с канала Riddle под названием «А что, если ад есть?». На самом деле, я даже сейчас боюсь уже заранее, что залипну, потому что мне интересно порассуждать на эту тему и услышать какие-то рассуждения и доказательства, связанные с этим вопросом. Но все же я буду стараться не залипать. Все, теперь погнали смотреть. В детстве нам внушают мысль, что надо ходить в церковь и каждый день молиться Богу. Иначе это да. Нас ждут страшные пытки в так называемом аду. Думаю, это у всех было. Но существует ли ад? Может быть, даже и есть самом сейчас. Деле? Ад, как таковой, существует не во всех мировых религиях. Есть некое понятие о загробном мире, где одним чуть хуже, а другим чуть лучше. Преисподняя, тоже как об этом место слышала. Наказания грешников, стала популярной темой в связи с распространением христианства. Конечно, ад существует в буддизме, верованиях майя, у скандинавов, но нигде помимо христианства ему не придавалось такого значения. Нигде он не был прорисован настолько ярко, красочно и эффектно. Впрочем, христианство всегда лучше иных религий умело показать красивую картинку использует. В целях привлечения или устрашения. Но у этой монеты есть и другая сторона. Дело в том, что Библия о загробном мире вообще молчит. Царство небесное и преисподнее упоминаются несколько раз вскользь, как места, где радуются праведники и мучаются грешники. Серьезно? Но и только. Все современные понятия о христианской преисподней появились в средневековье благодаря ретивым проповедникам и бурной фантазии иллюстраторов. Так что ад является порождением церкви как института, а не самой религии. Католики и православные вот этого предъявляют я вообще верующим не знала. Очень строгие требования. Чтобы попасть в рай, недостаточно верить и быть праведным. Требуется принять крещение, регулярно причащаться, творить много добрых дел и постоянно молиться о собственном спасении. В общем и целом, выходит, что практически всем людям полагается ад, если они не посещают церковь ежедневно и не проводят по несколько часов в день. Вот это меня смущает. Протестанты, например, баптисты или пятидесятники, на этот счет гораздо логичнее и проще. Достаточно верить в Бога и быть праведным. Ритуалов и идолов протестанты не признают. Но вернемся к аду. На сегодняшний день наиболее распространенной картиной христианского ада можно считать изображенную великим Данте в «Божественной комедии». Почему? Потому что Данте систематизировал то, что до него представляло собой месиво из неканонических евангелий, проповедей, лекций и народных верований. По версии Данте, в первом круге ада, Лимбе, томятся души добродетельных нехристиан и нехрещенных младенцев. Почему-то я вспомнила Devil May Cry. То есть тех, кто был близок к принятию Христа, но, к несчастью, ничего о нем не знал. Душам в Лимбе не больно, просто печально и очень скучно. Остальные круги более или менее равномерно распределены между грешниками различного толка. Развратников разрывает и выкручивает ураганом. Обжоры гниют под дождем. Скупые перетягивают с места на место тяжести. Еретики лежат в раскаленных могилах. Более жестокие муки справедливо полагаются насильникам и бандитам, которые кипят в раскаленной крови. А также богохульникам, которые изнывают от жажды в раскаленной пустыне. Прочих потрошат, купают в зловонном говне или варят в смоле. В последнем, девятом круге... мучают предателей, которые вмерзли в вечный лед озера Кацит. Там же обитает и Люцифер, ангел ада. В 1439 году на Флорентийском соборе католическая церковь официально пошла на сделку с Богом и приняла догмат о чистилище, наверняка не без влияния Данте, к тому времени уже давно покойного. Попасть сразу в ад на вечные муки без возможности искупления людям не хотелось. Сказка о чистилище зародилась в народе, некоторые церковные деятели ее систематизировали, а церковь пошла навстречу людям и подарила им шанс на спасение. Чистилище стало промежуточной территорией между адом и раем. Неоднозначные грешники, например, праведные, но не крещенные, не сразу отправлялись на муки вечные, а попадали сначала в чистилище, где в течение некоторого времени искупали свои грехи путем молитв. Честно говоря, я этого даже не знала. Идут и молитвы за него от живых людей. Кстати, слова «гиена огненная» пошло от реального географического названия долины близ Иерусалима, где сжигались тела павших животных и казненных преступников, а также приносились жертвы Молоху.
Впрочем, ничего нового, я залипла. Ну, сами понимаете, ролик очень интересный, познавательный и увлекательный. Думаю, и вы тоже залипли. Не знаю, я смотрела, просто вот так вот лупилась и ничего даже нормально не сказать не могла и ничего сделать. Но думаю, вы все это прекрасно и сами видели. А залипли ли вы? Напишите об этом в комментариях. Если вы хотите видеть больше подобных реакций, подобных челленджей у меня на канале, то пишите об этом в комментариях, а также поддерживайте данный ролик своими лойсиками. А с вами, как всегда, была ваша Юмилька. Большое спасибо вам за просмотр. Всем, мои дорогие, пока-пока.